кстати. Вот утром пришли на работу, увидели пулевые отверстия в стеклах прямо над центральным входом в офис, 5 отверстий. Вызвали полицию. Полиция достаточно быстро приехала, зафиксировала, что вызов не ложный. Вызвали следственно-оперативную группу, которой, правда, до сих пор еще не было. Наши сотрудники нашли около входа 4 гильзы пулевых, круглые, металлические, достаточно большие. Ну, собственно, все пока. Не было никаких угроз? Угроз не было. Угроз не было. Вы не исключаете версию просто баловства? Ну, то есть две версии, да, либо это связано с нашим бизнесом, либо это просто хулиганство. Ну, полиция, я надеюсь, что разберется. Ну, да.